Добрый вечер, уважаемые друзья. Мы начинаем нашу неделю главу Парашат Бамидбар. 5773 год. Парашат Шавошни Краб без Рада Шемба Шабадзо. Парашат Бамидбар. Матхалим Сядыша Худаш Хумаш Пекудима. Хумаш Никра Аль Шем Аминян. Шемену Исраэль Бамидбар. Шемену Исраэль Бамидбар Памай. Пекудим это почет называется перевод. Да этот мидбар, этот хумаш называется, значит, бамидбар. Хумаша пикудим называется, потому что почет еврейского народа там был дважды. Первый да, он это был... английский, называется numbers, числа. А число. Окей. Okay. И значит, он называется. Um... Первый раз мы подсчитываем народ, значит, Нижний Глай второй раз Парашат Пинхас. Я думаю, кулам. так. Итак, давайте зачитаем то, что говорит рабица Садок, какой он милюблин. Векадам ло, а перед ним это говорил Шла. Велефанав Бакодеш Хатур. Шикашир Халмоед Бахага Шейшу Кешула Парашалифны. גבריית נמודריצים, בשעה שירד הקדוש ברוך הוא להר סיני, טוב אמינכה דבוקס פוסס נגד גרוס סיני, ליוותה אותו פמליה של 22 מלאכי השרת, יבוס הפרופסדלית וצדווית איש שגרית אנגלו, ככנפיסנה, כניגי תהלים, רכב אלוהים, רבותיים על פי אלפי חינם. המרכבה של הקדוש ברוך הוא יורדת עם שתי מרכבות ושני אלפים. וכך אומר בפרשת בעלותך שוב ה' רביבות אלפי ישראל הקדוש ברוך הוא ספוס סנגרו סיני, מסיג דבט סדבט סדבט גברית מלכי השרת וכל אחד מהמלכים החזיק בידו דגל הכל ז'נגל גברית פלאק שנאמר דגול מרבבה גברית המדרש רע אל בית היין בשעה שנגלה הקדוש ברוך הוא על הר סיני, זאת אומרת, כדגא דגבו עד כסג נגרי סיני, ספוסילי סים גברית דבצית ותשעי גברית אנגלוב, שנאמר דבצית ותשעי, רכב אלוהים, רבותיים, אלפי שינן והיו כולן עשויים דגלים דגלים, שנאמר, כגנפיסניקניקי של השירים, דגול מרבה, כיוון שראו אותו ישראל שהם עשויים דגלים דגלים, התחילו מיטבים לדגליהם. Когда еврейский народ увидел все эти говорит, флаги, они тоже заходили, они тоже начали говорить э, хотеть так же. И сказали Амру Аль Как Аннам Шанасим там, э -ан за синай, написано, ты принес меня, говорит, в дом, говорит вина, это что? Это синай, что там мы получили Тору, которая, говорит, сравнивается с вином. ושתו ביין מסכתי, וכל בית היין זה סיני, ודגלו עלי אהבה. אמרו, אילולי הוא מגדיל עלי אהבה, וכן הוא אומר, נרננה בישועתך. אמר להם הקדוש ברוך הוא, מה שניתן לעשות דגלים, חייך שם מלא, את משאלותיכם. как бы еврейский народ захотел говорит, получить говорит, вот эти вот флаги, и Бог согласился. Я тот я кадуш вот он Амар Мушелеха Силаим. Бог сразу повелевает Муше, говорит, иди сделаем флаги. И так мы хотим говорить про третью часть, говорит, чтобы потом, говорит, соединить все, говорит, ну, говорит на одну тему, а потом соединить с праздником Шавуот. Бахумаш баришит <говорит> Ишану Шарош Бильват. Хумаш баришит у нас всего, говорит, вся говорит, книга, есть только всего лишь три заповеди. Парашат Нуах. У нас есть заповедь «Размножайтесь». Парашат Лехлеха. У нас есть парашат, значит, мецват Бритмила. И парашат Ваишлах Яаков у нас есть что? Мицват гида да? Седалищный нерв. Так? Шемот. В первой, говорит, в первой, во всей говорит, книге говорит Шемот, в первой говорит, недельной главе, да, пер, то есть первые две главы, вообще нету заповеди. Но начиная, говорит, с третьей недельной главы, у нас есть, говорит, Мецва с которой нужно было начать. Какая Мецва этот месяц вам месяц семь месяцев, правильно? Раши там поясняет, почему она была сказана, вообще, которая была на, на, начинаться на, с этой мецвы, но Бог начал с какую, сказала Амара Бицхак, не должна была Тора начинаться, а, а надо было начинать Тору на с какой, именно с этой мецвы, так как она первая мецва, которой еврейский народ был, было повеление божественное, правильно? говорит мораль, Тора и Книга наша Тора, она книга э, инструктаж, инструкции. Если так, откуда начинается, говорит, э, э, инструкция человечества? Начиная с Парашат Бо. Поэтому уж какой книги нужно было начинать? Книги Берешит нужно было начинать именно с этой митцвы. Начиная с Парашат Ба, Елях, и дальше, кимат Бахоль параша, почти каждый говорит, параши у нас есть, говорит мицвод. И нам шесть парашиот харигод, есть говорит, шесть, говорит, особенно говорит парашиот, шесть бай митвот, которых нету мицвод. Что эти за говорит за парашиот? Бахумаш Шемот. В книге Шемот, Ишно Парашаяхат, Парашат Пикуды, есть параша Пикуды, Бахумаш в икра. Итак, значит, Вайакел пикудей, правильно? Обычно мы читаем. Так, в книге пикудей нету никакой мецвы. И Бахумаш Вайкра мы начинаем сначала и до конца. Есть мецвод. Вся она говорит, полная говорит заповедям. Когда мы переходим к четвертой книге, Парашат Бамидбар, то есть, то есть к, к, к книге Бамидбар, есть нам, есть, говорит, парашиот, который нету заповедей, и таких две. Парашат Бамидбар, первая параша, и Парашат Балак. В Хумаш дворе у нас есть три парашиота, которые нету ни одной заповеди. Ницави, Мазину и Взотабраха. Значит, получается, всего, сколько у нас говорит в Торе, говорит глав? Шесть парашет, шесть. Парошьот, которые нету у них, как бы, никаких заповедей. А здесь парашет, шемихабрим отан, вас эль на нубая, парашат пикудей. Но у нас есть одно правило. Когда у нас есть говорит парашадвеакель пикудей. мы же из соединения как бы парашют, тогда получается при соединении они приобретают митцву от парашат веакхель, правильно? Если покуде пустая, то читая парашат веакхель, то покуде тоже. И мы там и хабер, если где-то соединять парашат не цавим в елах, если соединяешь не цавим в елах, тогда азба парашат в елах, опять не цавим в елах, и в Парашат Ваилах у тебя есть тоже мицвод. Поэтому как бы здесь говорит, решена проблема. А Хинух вначале говорит Парашат Бамидбар, говорит, Эн бо митцва Что имеется в виду Эн бо митцва лехешбонену? Маши катал Парашат зод, Эн митцва Ешь параша, азот мицва. Это хеле каришна параша. Одно изменение, что да, в этой неделе главе есть. Значит, мы сказали, что парашат Бамидбар нет в никакой мицвы. Но один из мудрецов толкует, что есть. Так давайте, это разберем, что это за мицва в конце недели главе... Там, mm -hmm. есть Там написано, что надо первенцев своих это выкупать. Там есть? Нет? Сейчас посмотрим. Бесов Парашат в конце недели главе Всевышний требует Акадош Баруху у Моше и у Арона лет заводит мишпахат леви, обязать, говорит, семью леви. Щиземиспахат кехат, Мишпахат гершон, Мишпахат мирари, ласет это клей мешкан, Чтобы нести, говорит, клей мешкан, Как бы нести, э, все говорит, э, как называют? Келим. Келим это принадлежности мишканам. Мишпахат mm мирари -hmm. берут одну. Вторые берут как бы палки, потом берут эти как-то его подножья брусья. Окей. Мишпахат Гершон берет, говорит, значит, шторы, ну вот эти вот, которые вокруг. Мишпахат Каат берет, все говорит, Аруна Кодыш, Шухан, Менора, Мизбех, Парохет, Кли, Уклешарет. דברית נם תורה, וידבר השם אל משה ואל אהרון אמור, אל תחריטו את שבט משפחת הקהתים מתוך הלווים, וזאת עשו להם, וחייבו לא ימותו בגישתם אל הקודש הקודשים, אהרון ובניו יבואו, ושמו אותם איש איש על עבודתו ואל מסעו, ולא יבואו לראות כבעלה את הקודש ומתו. Открываю тору. И говорил Господь Моше Арону так, не допустите искоренения колена семейства Киата и среди левитов. Такое делать для них, чтобы они жили и не умерли, когда приступать будут святая святых Аарона и его сыны. Пусть войдут и поставят их каждого к его служению и к его нож, И пусть не войдут смотреть, когда укрывают святину, чтобы не умереть им. Эла пуски махроним, чем саимим, это парашат бамидбар. Это вот предложение, которое мы сейчас прочитали, они заканчивают как бы недельную главу. Кодум нахен. в начале говорит, Торанов говорит, как брать, говорит, все эти, говорит, принадлежности. Аю махасиму то, в мехсе шел техелет, вилмал, аю то, им мехсе ортахаш. Итак, говорит, когда говорит, брали каждый из этих принадлежностей для мешкана, Сначала брали, говорит, и заворачивали что-то в голубое, ну, в голубое, как говорится, этот как-то его материал. А потом говорит, Михасимо, то ортахаш. Потом его, говорит, заворачивали, говорит, еще и говорит, дополнительное в... кожу тахаш кожу тахаш, да. Тахаш, мы помним, да, что это было такое специальное, значит, животное, которое тоже, только жил во время, говорит, Мамидбар на какой-то промежуток времени, да. Хариг Микулама, я Арон, что тай Хасим Барош, Варишона, парохет. Арон говорит, и вот по-другому делали. На него сначала заворачивали его, говорит, Зависю, Парохет, Парохит. Хоцецет бенакодыша кодышим, сримута, Та порох, так говорит, занавес, которая была между кодыша и Кудышим. И Кудышим там была занавес, правильно? Вот эту занавес брали и обматывали, значит, Уманихиму Тала Арон, Зая Кисуя Ришон, на него на арон ставили, да? Второй, то, что, говорит, его, а Кисуя Баша и Макхасим тарон, а Макхасим Бора Тахаш. Второй, говорит, что его покрывали. Это было что? Это вот этот кожа Тахаша. И только третье его ставили на него что? А кисуя это было, говорит, синее, говорит, покрытие. Понятно? Все обычно ставили сначала синее, а потом тахаш. А здесь ставили сначала, ставили, значит, занавес, потом ставили, значит, кожу тахаша, и только после этого ставили, говорит, синее покрытие. Почему там кодим ортахаш. Лару лоша кисуим. Итак, у Арона было три, говорит, покрытия, не как у всех остальных, и там было изменено, говорит, сначала говорит, тахаш, а потом говорит, масхладат, я это шакла харбе, чтобы я порок харбе никогдаш. Умерит агурна, месех что Теперь мы понимаем, что говорит наши мудрецы, мысли говорят, что Занавесть, она была нелегкая. Но Марама Сахатанин говорит, чтобы поднять эту занавесть, ее должны было поднимать сколько? 300 куаним. Почему? Когда я отбил та пороха, этого мешкан, а это семенит богодель, мя пороха, это в этом мигдаш. И она была одна восьмая, с той, говорит, которая была, говорит, в храме. В Хижмоназе а если у нас это шлошим, вешева, а если у нас это шлошим, вешева, коаним, аваль, канбамишкан, рак Арону Банавти, плюгу, порох и тазоты, шлошанашимка, он же заядал, дерехнес. Как бы много людей должны были поднимать, но мы видим, что здесь, кто занимался этим, Арон и его дети. Сказать, что как бы это было само по себе, это чудо было, да, как они это могли поднять и вообще как они это могли этим пользоваться. מעל הכיסוי הפרוכת שמו כיסוי אור תחש ומעליו כליל תכלת אומרת התורה גברית גם תורה שכאשר שבט הקהתי נושאים את הארון, כדג גברת קהלנה גברת קהתי נסליגו את הארון, איך תורגת פרופר דית זו עשו לכם, איז את צבי וחיו, יבואו איתי גברת ג'יץ ולא ימותו יומרו איתי בגישתם אל הקודש הקודשים Волевого это кодиш Понятно, да? Не искорените, как бы, не допустите искоренения колена семейства Ката и среди левитов, правильно? Такое делается для них, чтобы они жили, не умирали, когда приступают двух святых святых, Арон и его сыновья пусть войдут и поставят их каждого из этого служений к его ноше, правильно? И пусть не войдут סמטריס, סמטריל כמו שקוראים. אז זו התורה שכאשר כהנים אור, אורזים למשכן, הם שמים עליהם את מכסי התכלת, את מכסי אור לאחר שהם גמרו לכסות את הכלים. באים ארון ובניו לקחת את הכלים, נותנים אותם לקעתיים. לאחר שהם מסיימים להכניס את הכלים לחיסויים שלהם, אז, כבני קעד, מותר לעשות את הכלים. Получается, сначала брал Арон и его дети, а потом, когда они заканчивали обворачивать этот Арон, потом они передавали кому? Уже колено кеати. Говорит нам Тора воули родки балайта И пусть не войдут говорит, смотреть, почему как укрывают святыню, чтобы не умереть им, правильно? Если, говорит, каятицы, говорит, да, колены увидит, говорит, как закрывали, говорит, Арона Кодыш, они могли умереть. Смерть, говорит, наказание смерть. Тем, кто, говорит, смотрит, говорит, Арона Кодыш без, говорит, покрытия, понятно? Получается, по, по, по мнению, говорит, хинуха, здесь и нет только никакой митцвы, правильно? Но говорит нам багаг, и не есть ли ха лав -тора". у тебя говорит, запрет, говорит торе, мауала, в чем запрет? Что нельзя ли видом, что смотреть на арон, правильно? Во время когда они его закрывают. Значит, это запрет, который говорит нам мудрит багаг, рамбам объясняет, бахак соверши зе ла зе зенину лъ Шнихтав, Ваменян, Алавим, зой мицваш, нимра, лешата, бильват. Рамбам это поясняет, говорит, это было, говорит, не запрет, это было что? Это была мицват асе, но это была, говорит, для того времени, понимаете? Асе, лав, запрет, лав, батура. Но, зе энерну лав, батура, это не запрет, Тора говорит, Рамбам. Это мицва которая была сказана только для того времени. И она была как бы нужна только в, в, в пустыне, понимаете? Всего, говорит, в Торе было сказано, говорит, сколько? 613 заповедей. Велене мру митцво Ах, верак никуда дор. И заповеди, которые, говорит, были сказаны говорит, только говорит, для какого-то поколения, она не засчитывается. משום שאומר גמרא, איזה יסכדא איזה, 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 איזה גמרא מסכת מכות, סטרניסט שטרנצט, אמר הרב אמנונה, מה יקרא תורה ציווה לנו, משה מורשה, משה מורשה, תורה, בגימטריה, שית מייתרסר, שר, שרי הווה, שסות עדין מציץ מצוות גד, נתן גדל גד, כתוב גד, משה. עד וגד, הניסי של יגדד בוגה, גפרלנה. יא ושבוך אי, איני בוט ואיזה דורגיך בגוף. תראי את הרמב״ם, איזה מצוות, ככי זפויץ בלזפיסנק גברת וישנה, מורשה לדורות ולא נשארו נקודות רק לאותו זמן, אלה נכתבו מצווה שאינן לדרות, אלא נכתבו רק לאותו זמן. זה לא רק נאמר Кто в говорит? Вот а деварим шавру им шару бы меня на Еще раз. Говорит Рамбам. какие заповеди были написаны, записаны, говорит, вечно. Мураша Акилят Яков. Что такое Мураша Акилят Яков? Слово Мураша – это, как это сказать, это… Наследие. Наследие, да? Наследие. Все мицвод, которые наследие, только они считаются за мицвод, как бы. Понимаете, откуда Рамбам взял? Вы поняли? Мураша – Морашаки, Килят Мораша – наследие. Митцвот, Дурот. Заповеди, которые они не идут как бы с поколения в поколение, а где-то они прекращаются, тогда эти заповеди что? Зеленый Мар. Они не входят в численность 613 заповедей. Говорит Рамбам, менити умацатый, шлошму от, мецвод, чем мецвод звонит. Говорит Рамбам, говорит, я нашел, говорит, я посчитал, говорит, и у меня получилось, говорит, 300, говорит, заповеди, которые они временные. Исходя из этого, посчитая, говорит, все, говорит, заповеди в Торе, у нас находится сколько? 913 мецвод. רמב״ם גט פצ'יט ורשימת כל המצוות הוא מוכיח לך שאין לווים בתורה והלווים האלה הם נקודתיים רק לאותו זמן. אני (אומר בערבית ומתרגם:) גברית רמב״ם. ואני נפלא מזה שמנה אלו הלווים למה לא מנה Беман иш Если у нас есть запреты, где мы почитаем, сколько запретов есть, почему говорит Лав, который говорит, что не оставляет Гедман, говорит, говорит на позже, он не записан. Эл алавим лама манабеман лама ломанабеман иш алиотерми Вам барах «Альта царь эт муав, альтит гар бам милхама» И не останавливает, говорит, и не говорит, с ними, говорит, как бы на войну. «Вахен азара, шиба ми бне амон» И также предупреждение со стороны Амона. Ал царем, альтит гар бам, ни иди, на войну». «Вахен имана, Мана, кент бихрал митцвот асе». «Амру асе лехасера, висиму тол нес. Ведь еще есть, говорит, заповеди, как, допустим, сделай, говорит, себе говорит, медного змея и поставь его, говорит, чудесным образом. Потом еще написано, и возьми, говорит, себе, говорит, что цинцена это Возьми себе, говорит, одну, говорит, коробочку или там одну, говорит, э, стеклянную коробку и поставь туда, говорит, омер, ман. Кемо, баханука, וכן גם צון ועבקר ירו, ירסו ללאוד, רבים כמו אלה, לא יספו יסופק לבאל שקול, כי קול אה כולם, מצוות שנאמרו לו למושה בסיני, ציווי ועזרה. אך היו כולם לפישה, ואינם נוהגות לדורות, עושת ותו, שגד מושה גדיך פסטנבל, אביזל, но אתי אביזניסטי ביל שטו, в тот момент, נהיה וצנע, פיית מוקקים טוב אורזם, אני ככה ב... ורמי נהיה. לכן לא יימנע. ובעבור השורש הזה אין ראוי למנות ברכות וקללות שנסתמנו בגריזים ועיבל. И учитывая это, мы не можем говорит, подсчитывать говорит, благословление и проклятие, которое говорит, мы говорит, были обязались, говорит, Багрезим и на горе Эваль. Вело мизбех, и не и также говорит, значит повеление говорит строить, говорит строить סטרוידס דומבוג גברית, פרדום גברית ועד כנען. כי אלו כולם מצוות לפי שעה. פדוש עשיתי זאפויד, יעני ורמיני. ולא ציוו שציוונו שיקריב על הבהמה שנמצא לאכול ממנה שלמים. כי זה צוי לפי שעה לבד. והוא אמרו ואביאום להשם. ואמרו בספרי ואביאום, זו מצוות עשה. אבל היא במדבר בלבד. כמו שביאר משנה תורה. היתר בשר תאבה לדורות והוא אמרו בכל עבד נפשך תאכל בשר. כאילו היה ראוי למנות את כל מה שהוא מזה, מן היה מה שציווה בו משה מיום שני ונע עד היום מותו, חוץ מהמצוות הנוהגות לדורות, יותר משלוש מאות מצוות שמנע כל הציווי שבא במצרים וגל מה שבא במילואים. וזולתם כולם כתובים בתורה, מהם עשה ומהם לא תעשה, מהם עשה ומהם לא תעשה. אחר שהוא נמנע למנותם, כולם התחייבו בהכרח שלא תימנע גם אחת מהם, ולא, שלא תימנע גם אחד מהם, לא כמו שעשה זורתנו שלקח מהם דברים על צעד העזר, כאשר הגיע למצוא המספר הזה, מה, שכת, מה שכוננו לבאר בשורש הזה, Аткан говоря, Рамбам. Итак, с Рамбамом мы поняли, что есть говорит, 300 говорит, заповеди, которые они говорят временные. Итак, Рамбам пытается объяснить слова говорит, Багага, который сказал, что в нашей недельной на главе да есть заповеди, правильно? Не смотреть, говорит, на, как бы, на святую, на кодиш без покритие. Зе ноги арак габе мидбар, это касается ги тока, говорит, где? Пустыни, но не в храме. Почему? Аз лама му не отамба меня на митцву. Зачем, говорит, тогда, когда его считают, говорит, за митцву? Говорит, там рамбам, так мара. Масэксэн, а гонэв, это кесава. שרק התור ברות גוברת את זה, אינסטרומנט כתור אוחרמה. אביעזן סמרטי, אדם שגונב כלי, מכלי המקדש חייב מיטה. והלכה משה ניסה לנו, כי לא רק שהוא חייב מיטה, אלא קנאים פוגעים בו, רמב״ם, אך על פי שאמרו בגמרא, נסמטה נטושות גברית, גברית, רמז לגנוב את הכסבה מניין, שנאמר, לבוא ולראות כבלה את הקודש, מכאן אתה מוצא, הלא הזה הוא לאו לדורות. Так получается, это говорит, это не, это не в тот момент, что когда снимали, а именно это вечно, что нельзя воровать. Получается, говорит, воровство, говорит, одного из, говорит, принадлежности, говорит, в мешкане, это не только в мешкане, а также в храме. Так что это реальная митцва, которая под, она идет с поколения в поколение. היכן זה כתוב, אלא היכן זה רמוס. תורה פישת גד נפרימוי גד נמיוקים פישת. אז למה הגמרא לא שואלת מהיכן זה כתוב? שום דבר נספר שגד נפיסנה. כיוון שזה לא המקור של ההלכה הזאת. נהי אסנובי טבע זקונה. ואם זה לא המקור, אז ההלכה הזאת, אכן זו הלכה שנאמרה נקודתית רק לדור הבא. Итак, опять мы видим, что это говорит Мицва она говорит временная. Все заповеди временные, как и сказал Рамбам, они не записанные. Сходя из этого, теперь понятно, почему, с одной стороны, доктора Мина, вы видите, что да, есть митцвод, но на самом деле, так как они временные, они не засчитываются в 613 заповедей. גברית נאם גמר המסכת ויום עשרה נצפית יציאת שטיורטיה אמר רב קטינה בשעה שהיו עולים לרגל מגללים להם את הפרוכת עניגרית סבירה לגברית זנביס ומרין להם את הקרובים ופקז לגביה עם קבוע קרובים ארון שהיו מעורים זה בזה ואומרים להם ראו שבתם של המקום כחלבת זכר ונקבה פקז לגברית סמטנטי גברית הייתי קרובים גברית как между ними есть, говорит, как бы, э, что они были как бы вместе, так и говорит, Бог говорит, любит нас, говорит. Спрашивает Равхазда, эха тамар эл Как ты, говорит, показываешь, арон? Нам же сказали, что не показывают, правильно, в книге Мамидбар. Ведь мы сказали, что сыновья Кеата не могут смотреть, правильно, пока не приготовят его. Тогда почему здесь показывают? Говорят, говорит Раби Юда, Амаравшишат, הכנסת כלים לנתיק שלהם, כלומר למשל לכלה, כל זמן שהיא <אח> בבית אביה <אח> צנועה מבעלה, כיוון שבאתה לבית חמיה אינה צנועה מבעלה. פקע נחוץ גבירת דומי גבירת צבייבו, צבייבו דומה גבירת קרבוס קרום נאנו, קדנא ברוך הוא שבדום קבוע, ובדום צבייבו Хамия, как это? Тесть? Не, не тесть. Э. Да. Тесть, а? Свеку. То она уже с а Зачем, о чем надо было говорить, что есть Вот или нет митцвот? Нет, нет, же. Но на первый взгляд кажется, что же есть, поэтому, чтобы подчеркнуть, да. чтобы люди не ошибались. Это же действительно кажется, что есть, понимаете? Да. Ну, там, а почему не поминаешь, что там про первенцев? Почему-то они напоминают что-то, что... что?